как бы оправдываться глупо, да, то, что я сказал, что мол, ликвид, но я думал, что просто они чуть затянут игру. В итоге этот билд на Пашке действительно где-то выглядел жадновато, то есть все герои сами все жадные. Дазл этот был абсолютно не реализован. Но этот момент, на самом деле, это уже от этого момента начались похороны, скажем так. То есть у Liquid есть в начале какой-то, в принципе, там плюс-минус тимфайт, да, неплохой, который они могли бы как-то реализовать, если бы шестые добрали, но они пошли подрались без них, то есть дали за сноуболиться Vichy Gaming, и дальше уже как бы тяжело. То есть у них нет урона, просто на тебя Шрек бежит. И что ты будешь с этим делать? Мне нравятся все моменты, просто бежит Марс, от него все убегает, он ставит арену. Знаешь, как в матчмейкинге есть вот это вот превью, когда все бегут. То есть, там, я не знаю, когда оно появляется, типа, какие условия для этого нужны, но вот здесь вот просто все бегут убичены тебя, и что ты будешь с этим делать? Ну, по итогу. Если бы Престолбак бежал спиной к тебе, вот тут то же самое. Причем у Марса есть такая фишка, что вот он хорош тем, что вот он, если, допустим, бежит на тебя, и его бьешь, ему вообще поровну. Если бегут на него, а он убегает, то он просто кидает копье любого человека, там, застанил его, допустим, об дерево, и убегает. Вот. И, соответственно, здесь вот Марс зашел просто шикарно. Просто герой, который побежал и фактически сделал игру для Vichy Gaming. То есть у него, может быть, в инвентаре ну, почти ничего не быть, и даже несмотря на это, он почти всегда ставит арену, всегда кидает вот это вот свое замечательное копье, и герой просто погибает в этой арене. А другие герои ничем не могут помочь. Ну, там, как бы, опять же, Дазл был взят как раз для того, чтобы кидать крест в этом моменте. Ну, он кидит крест, да, у героя выйдет после креста, у него будет там одно хп, и что он будет делать с этим одним хп? Вообще, Дазл очень странно сыграл на линии, он на первом левеле, во-первых, качал по какой-то причине яд. Для меня это было... снимать темпларку. Нет, это полная чушь. Ну, то есть он... На темпларке было 6 на 3, у Дазла 0-0 было по крипам. Ну, то есть это вообще абсолютно обычно неправильно. Берут этот виш, чтобы добивать ну, конечно, конечно. Ты вначале можешь даже и темпларку тоже за... неплохо так напрячь этим. То есть там напулить крипов. Во-вторых, он не купил ни даст, не сделал... Ну, не попытался там грифты какие-то выйти, да? Купил некра, которые тут падают от всего, от всего, чего можно. Ну, то есть, ну, и главный вопрос... Как по мне, вот это то, что им нечем камбэкать, нечем драку адекватно начинать. То есть, ну, это следствие того, что они просто поставили шейкера на четверку. Да, у них не было блинка. И, ну, хоть как-то зацепиться за эту игру, да, то есть... Да зачем цепляться-то? Даешь на ласт пик Марса, я больше забанил. Что там цепляться-то уже все? Нет, я это все, конечно, понимаю. Я это все, конечно, понимаю, но ну, в моем виде моментов интересных. Опять же, тоже Свен купил после сабли Дагер, а не БКБ. Тут могло все и в пользу очень даже легко Vichy Gaming закончиться. В всяком случае, такая насыщенная была игра, но, как мне кажется, с кучей ошибок и от одной, и от другой команды. Ну, в принципе, Dota — это игра ошибок, правильно? Поэтому... Финал был действительно интересный. Развязочка интересная была. Потому что мы тут уже собирались идти анализировать. Говорю, сейчас задефаю. Ну, ситуация была простейшая. Нужно было просто развернуться, пойти забрать Рошана, получить Аегис, Сыр, Репрешер, Шарт и Аганим. Тот же Аганим бы нормально заходил и Марсу, и... Ты имеешь в виду для Вичи Марсу забрать Рошана? Да, то есть Вичи. Но вместо этого они пошли пытаться убить трон под полем Арквардена. Такое ощущение, что они первый раз вообще столкнулись вот с такой грязью. Ну, знаешь, это такая тонкая грань, когда ты веришь, что сможешь тут... Тяжеловато, конечно. Но драки это действительно интересные были. Кстати, вот Янгу, мне кажется, этот не хватает еще немножко опыта на Марсе. Надо поиграть в паблике, да? Но даже несмотря на то, что он промахивался во многих моментах, там где-то арены, где копьем, он все равно вносил очень много реимпакта, да. И понимаешь, а что будет, если вдруг игра пойдет, если он будет сноуболиться и начнет попадать всем. То есть в этот момент чувствуешь, что этот герой все-таки сильный. Это причем слишком сильный. Герой слишком... много именно по карте делает. Он супер шикарный плеймейкер. Сейчас много, точнее не много, а очень мало таких оффлейнеров, которые могут столько же по карте делать. То есть при этом очень хорошо справляется с крипами, да, то есть он быстро распушивает линии, у него много урона, у него крутые дизейблы. Плюс, если даже посмотреть, одной арены он здесь импакта вносит миллион, если у тебя нет ПКБ, да, и, допустим, какой-то Арквардон стоит вне арены. Все удары идут ничего в молоко. Не идет, да, то есть... Ну, опять же, очень странное решение Арквардена купить Скади, не БКБ. Кажется, это, ну, так подруинило нормально. Ну и Раста с Аганимом тут попрофитнее смотрелось. Ну, это по-твоему.
на самом деле, кто знает. Ну, безусловно. Безусловно, это, по-моему, мое субъективное мнение. Я к тому, что вполне вероятно, вот тот самый Double Damage на Матуме мог бы зарешать в определенный момент. Ну, понимаешь, Double Damage там во многих моментах мог зарешать. Double Damage, например, мог зарешать у Вичи Гейминг, которые могли бы просто пойти сами забрать Double Damage и быстренько забрать Рошан. Мы говорим о Аркварде. Жаль, что у тебя шанс там меньше 20% на то, что Double Damage выпадет. Да, на это рассчитывать не стоит. Хотя, как бы, чуть больше, почему? Баунти? У тебя две руны. А, две руны? От темпа с дабла. Умножаем на 2. А, ну еще шлюзя, точно. Ну, так. Ах, и мод от Митяя. Эх, ну как бы не зря Митяй. Аналитик, все дела. Ты думаешь? Да. Чисто мое субъективное мнение. Чисто мое субъективное мнение. Ну вот, по-моему, в такой ситуации, в которой в этой тимфайте оказался Меркл, Меркл оказался по кулдауну. Слышал, что БКБ решает. Слышал, что БКБ решает против арены. Почему не собран? Не собрал. А по-моему, там, кстати, может, даже оно и было уже. Ну, вообще, Скади луз. Ну вот, не везет Янгу, но как-то не попадается. Не попадается. Игра была зрелищная, тем не менее. Ну да, грязный Марс против грязных спортов. Против грязного Арквардена. Да, против грязного Арквардена. Кстати, интересное решение Свен принял. Ну, все-таки, конечно, по расы, как бы. Токсический тир 1 кэрри Китая. Лучший там игрок 1x1. Он купил. У него был Мидас и топорик. И Мидас у него лежал в бэкпаке. Вот. И он, чтобы не продавать топорик, который ему очень нужен в игре, да, против Фуриона. Да. Что он его сильно сковывает. По тимфайту. Он просто БФ сделал да, с него. Ну, потом. То есть, деньги есть. Ну да, деньги есть, как бы, когда потратить, непонятно. Просто фишка в том, что этот БФ, если уж смотреть на перспективу, возможно, имеет смысл собирать сразу против Ориона, поскольку в любом случае ему придется собрать БФ, иначе он будет стоять в спортах. Дим, тут такая ситуация, что в какой-то степени Вичи Гейминг, они в начале игры были на таймере, да, то есть им нельзя давать фулл фрифарм. А если Свен уходит фрифарм, то есть пытается через БФ там играть, да, но это жадновато. Здесь, говорю, единственный момент был, Свен все делал хорошо, Мидас, Сабля, только просто после Сабли надо было покупать Блинк, а БКБ. А я не исключаешь того фактора, что это жадновато, но я говорю о том, что если игра дотянется, а тут уже было видно, что игра дотянется, поскольку дэмэдж повышка наносит. Так он и так неплохо подфармливает же. Наносит только Лина, то этот БФ в будущем это уже артефакт, который позволит ему, во-первых, и быстро фармить, ультра быстро фармить. Так у него и так было 6 слотов, то есть это не особо что-то поменял. Он так его собрал, продав один из слотов. Ну, это вынужденная мера. Ну, я и говорю, что если это вынужденная мера будет в будущем... Он не продал один из слотов, у него просто топорик был. Он из топорика его сделал. Замечательно. Тогда он всю игру носит топорик. И это, я считаю, не за слот. Это как вариант. Я не говорю о том, что нужно собирать постоянно. Я просто говорю о том, что если игра дотянется, а здесь было понятно, что игра дотянется, потому что один дэмэдж дилер по вышкам — это Лина, которая просто подойдет, получит фиссуру от шейкера и умрет. Тут довольно-таки много проблем с сейвом. Она не может бить вышки без айги.